Не щит, оказывается. Рип! А чё? Выпустите. Отойдите. Ты с***. Где подрубить отображение координат? Какая там кнопка? F3 кнопка. F3? Все в разные стороны. Ну, нас уже четверо, считайте, если Игорь пойдет. Прикиньте. Не-не. Не, ой, не будет, не-не-не. Киви, ну что это такое? Опять ты за это. Куда заходить, если шо? Ты что делаешь? Я чё? Вот факел искрафтил. Доказательство. А что, можно за код пойти, не? А почему? Слышь, Чайка, что ты за ягоды посадил такие жуткие? Я когда мимо пробегаю, они меня за ногу кусают. И это заодно и защита еще от мобов. А чё они кусаются? Ну, колючие. Ну, ладно. Ну, у нас там получше, наверное. Посевы есть. Вау! Кто строил? Да. Можно какая-то дерево. Добыл? Ну, у меня вот, да. Сейчас, вот на. Ууу, ломай, ломай. Чё, прикольно. Дождь. Да. Только я когда на её смотрю, у меня там глаза полупал. Дон. Ладно. Чё я сделал нормальный проход? А чё? Выпустите. Отойдите! Ты с***! Игорь! Безумный чайник. Сегодня в интернете прочитал, что 9 из 10 человек не могут поставить лайк этому видео. Байт! Сверхназу. Копатель. Слышу, пауков поставили, что это было? Или это вы что-то там ели? Я ничего не ел. Не надо пауков. Чайка, дай мне лучше факел. Я не вижу, я просто копал. Бери их, стан. Я подобрал, я подобрал. Кирку брызг. Вот тебе еще. Че я? Да я. Я сложил, короче, лестницу, но не из палок, а из блоков деревянных. Думаю, а че нету ничего, не крафтится. Майнкрафт. Делаешь время. Сейчас все будет. Это с приседи, я понял. Почему-то очень долго. Да блин, сори. Просто на. Ты что такое за люк? Люк. Я твой. Yes. Блин, давно в Майнкрафте люк есть. Да. Закрыл мне. Никнейм у тебя, конечно, такой, да? Просто никнеймом на сервере этих драгонов играет. Меня еще даже не забанили. Найс. Думаю, оскорбление гилдмастера и пуй. Я играю в игру, которую просто все знает. Мужчина. Мужчина умеет играть в Майнкрафт. Он тоже такой мужчина. Еще. Ну, эти веревки. У меня тактика, копаешь лестницами, да. Чтобы быстрее было. В смысле, вы что, всем летом все делаете? Живете? Мы все в разные стороны копаем. А высота какая? Где подрубить отображение координат? Какая там кнопка? F3 кнопка. F3? Копаете в одном направлении. Нет никакого хачика, никаких филеров, никаких источников, что надо было. О, у меня чуть до инфаркта не дает. Кстати, я уже говорил тебе, что можно подписаться на канал. Нет? Подпишись, если ты не блок земли из Майнкрафта. Байт! О, зашел. Ох, а шо у меня сенсой? Паук! Ну что это такое, со старта сразу паук до меня доебался, Чайка. Ну да, да. Хана. Да я, мне надо бы игру настроить. Сейчас я только это, сенсу себе сделаю пониже. Где тут сенса-то?
Ну тут же должна быть, это же не Курцфэвл. Тут есть, да. Рю Сан Трэш. Найс никнейм. Киви, здорово. Что играете? В Майнкрафт, поверишь. Верю, что недавно играл. Все, заходи. Да. Будем жить в столе. Ну я обычно так и делаю, да. Гномы, что ли? Ну типа. Я прям вижу этих двух творпов. Дерево. Я... Ой, это было так давно, что голода не было в Майнкрафте, в принципе. Блин, не знаю. Я начинал в 1.2.3 версии, там уже был голод. А я еще с альфа. Как это было... Я с альфа тесты. Как это было больше 5 лет назад. Ну тогда. Какие, да. Сударь, от вас уже землей пахнет. Это что за блоки? Никогда не видел таких. Ты добываешь дерево? Да сейчас я все сделаю. Лесоруб. Я единственный способ, как выживать, чтобы не подохнуть с голоду, я знаю, просто можно хлеб выращивать. Я вот так делал обычно, потому что другие способы мне неизвестны. В реале я бы лучше ел мясо, чем хлеб, конечно, каждый день. Это MC, значит, пофиг. Точнее, двери я затекался. Я, кстати, неплохие, да, но я вот, я помню, блин, ну тогда не было разных дверей, знаешь, при Сталине, короче, такого не было. Чайка был прав. Не, обычно Чайка я права. Не преувеличивай свое достоинство. Ну, короче, кто? Я тут была, грязь включился. Counter-Strike. Counter-Strike. А что происходит? Я... Что? Что? Что, Игорь? Ничего. Хочешь с нами в Майнкрафт? Ну, я что-то фоном играю. Я припознал Майнкрафт играть. Я играю с ним в Майнкрафт. Ну, в чем проблема? Чё ты мне В чем твоя проблема? Киви обнаружен. Шеф, я бы на твоем месте сейчас куда-нибудь подальше. Почему? Вообще смогу спавниться бы. Ну ладно. Их тут! Их тут! Крипов? Я не рядом, где. Тут народу. А просто офигеть. Тут зомби-фермер в шляпе. Вот так. Я вижу ваши ники. Я ща я копну к вам. Двигайтесь. Киви уже со щитом. Застыньте, я вас не могу. Здесь щит, оказывается. Рип. Ууу, что происходит? Ну, я к вам выбрался. Щит полностью блочит взрыв крипера. Помню, поехи мне билд на щитовика скинул, тут тоже со щитом. Щиты имба, танки имба, как всегда. Ты откуда? Откуда ты? С неба свалился просто. Есть информация, как теперь выйти отсюда? Надо было за всеми идти. Я понял. Сейчас моя основная задача — собрать 100 подписчиков на канале для того, чтобы я смог себе поставить URL канала, которая состоит не из каких-то рандомных там цифр и букв, а нормальная, с моим никнеймом youtube.com/aprilsky. Подпишись на канал, каждый день ты сможешь заходить и немного улыбнуться. Поэтому с тебя лайк, подписка, колокольчик, а с меня новые классные видосы.